Таверсу построим, если можешь. Что говоришь? Звук на стриме. Проверить? Да, да, да. Сейчас чекнем. Сейчас чекнем все. Ты бы только погромче говорил. Тоже проснулся бы. Чтобы понятно было. Ну что ж, всем привет. Сегодня у нас снова турнир на Андроре. Последний парный турнир на Мун сезоне. И мы сразу врываемся в бой, так сразу, не резко, точно. Сегодня со мной комментирует Виктор. Виктор, вы нас слышите? Конечно, мы врываемся резко, как понос. Ну что, довольно интересная пара, два Визла и Варклеры. Это будет интересно, кто окажется победителем. Могу сказать, что это будет Виз и Варклер. На малыша яйца ларбафы, малыш чувствует себя комфортно. Работает по стонфейсу, скорее всего, стонфейса все так же имеется хасет. Честно говоря, я не проверял, но... Кажется, я видел в заявке ла. Хорошо, значит, проблем с этим у нас не будет. А они отдавали вначале блесс? Да-да, блессы уже были использованы. Сейчас битва за респект. Голос улиц. Виз против Виза. Малыш против Экви. Экви получает яйца. Малыш ничего не сможет предъявить уже Экви. Повторное использование яиц уже на малыша. Визы полной безопасности. 17 тысяч залетело метеора. Это все-таки по стонфейсу, который рядом стоял и масуху впитал. Метеора. Баги, пошли байни, непонятно кто же кого бьет. Малыш дает сферу. Видимо, был близок к смерти. Малыш получает долю. Экви тоже с долей. Битва варов у нас происходит. Виз против Виза. Виз против Виза, бить-то надо варов. Которые без яиц. Поймут ли они, что они сейчас делают это? Не понимаю совсем, зачем у Парова такие бафы. Ну вообще, вообще, у малыша и у малыша варбафы физ маг. То есть, по идее, мал, типа, смотри, у него видишь еще и доля. Если бить по малышу, то вар будет нихуя урон получать. Какой же там урон, если они бьют да, яйца? Да, они у меня по всей арене телепортируются, я не знаю, как их ловить уже. Взбивается Саламандра. Эквин вынужден использовать другие способности. Экви использовал, кстати, блесс Виза. Правда, не помогло это особо. Интересно, какой гибрид у визов. Сколько они СТР вкачивали. Проблемы. У Эннами. Эннами живут. Не могу друг друга, кстати, убить. Уже идет второй блесс.
Виктора. Да-да. Я думаю, я уж тебя потерял. 26 тысяч крит по ему залетел, видел? Да, им опал, им проблема, по нему слишком много урона залетает, им погибает. Да-да-да, его добивают. Не залетел под хил вовремя, если я правильно понимаю. Да, малыша проблемы, он погибает. Это 1-0. Да, в бою у нас данная победа, все как обычно. Здорово, ломботик. Только сейчас твое сообщение увидел. Не могу часто отвлекаться, сам понимаешь. То что, два вара будет? Сейчас? Да. Я, честно говоря, их заявку не помню. Так Бэби пишет, самолетик за 2 часа можно бы быстрее. Нечего комментировать на самом деле. Кого ждем на этот раз? Кто не хочет участвовать? Мы ждем оглашения следующей пары. Так, команда Вась Душнила против Фолз 9. Вот такие команды у нас сегодня столкнутся в этом поединке. Даже не знаю. Я поставлю на Данилу и Лондона, ладно. Должны они что-то Ну что, пошел 5-секундный отсчет. Бой начинается.
Так, Лондон у нас Wizard. Начинает работать по марка. Dark Baby у нас тоже, кстати, Warrior. Два вара, да? Ну, вот Марка пока не раскрывает свою личность, стоит в клетке. Почему? На Марка уже... на Марка доля висит. А он просто в клере стоит? Да-да-да, Рестерин просто кинул. Пока мы с правилами разбираемся и хилимся, правильно понимаю? Только Лондон с Данилой что-то делает. Не понимаю пока, что делает Марко. Пытаюсь понять. Пока свою вторую ветку как будто не раскрывает. Рога какой-нибудь, знаешь? В моменте. Но он не, почему? Блес дает, да, значит? Да, Роклер и Варклер у нас. Ну, 11600. Так на кого будешь ставить? Я поставлю на Данилу с Лондоном. Значит, ты ставишь на противников. Я не могу ставить на них. Нет такого желания. Ну, по билду. Я считаю, что неплохо Рога, но там надо исполнить хорошо, вовремя. Очень хорошо надо исполнить. Надо играть хотя бы как минимум на этом билде. Пока просто, да, без задения. Обмен любезностей, пока у нас происходит. Сейчас пойдут яйца на Лондона и пойдет уже полноценный ПВП. Блиссов больше распоряжения нету. Сейчас очень будет страшно попытаться визу на Йорквейк какой-нибудь. Залетает примерно 30 тысяч урона, что первому, что второму чару есть. Они будут также подставляться. Но под Масуху вставят. Да. Данил по Даниле начинает работать. Данила успевает нажать кожу. Отлично. Молодец. Mm-hmm. Марка подшквала из-за этого экстрим, получает 25. Там еще по воде. Dark Baby. Даже по 10 недель летает. Да, Dark Baby все правильно делает, не позволяет внизу делать что угодно. Атаковать не позволяет. Лондон пока, можно сказать, в зоне комфорта. Есть еще два яйца, и физическое, и магическое. Главное ему не позволить умереть вару. Нужно спасать своего вара всегда. Так. Ура. Лондон использует защиту земли. Сейчас целых 30 секунд. Эстерчары ничего не смогут ему сделать. Хороший ромбо по Dark Baby, но Маркус сразу это дело выхиливает. Начинает атака Марку, бьют Лондона. Ну, вы сами все видели, 6000 став под долей, под барьером. Не хватает урона пока что у них. И какое-то мясо происходит. Вешается насмешка на Лондона, тем самым Лондон не может атаковать Dark Baby. На Лондона было повешено физическое яйцо. Пытается убить Данилу. Данилу? Нет, только получают землетрясение по двоим. Каждую атаку пока что. Рискует Данилу, дурочки, принимает Дардевил. Очень опасная игра. Еще одна пара блиссов. И бой затягивается еще на минуту. Какой нужен план Лондону и Даниле? Работать по вару? Лондону и Даниле? Я не уверен. Поймать Марка без щита будет лучше даже.
А еще вы это все дело под Масушич после какого-нибудь землетрясения подвоим. Ведь в любом случае Марка в этой пачке хилит. Если дадут урон по нему, плюс законтролят его и продлят, то в этот момент как-то не будет хила залетать никакого. Ну а что если попробовать убить Тарбэби? У него всегда нету доли. Как-то это сделать? Это реально. Это реально? А вполне. По идее, я так понял, на Марка играет, наверное, Амдула, да? Она Тарбэби, сам Тарбэби. Ладно, посмотрим. Пока. Вот. Пока я могу сказать, что Марко не очень отыгрывает. Но, тем не менее, он свою задачу Клера выполняет отлично. Не позволяет убить своего вориора. То есть увязаться с Марклером нет такой возможности заберстить как-то. Вот сейчас, обратите внимание, он дал насмешку, и вар не получает никакой урон. Так, начинает снова робот по вару. Star Int, Клер, все работает, все на месте. Круг исцеления. Ну. Да, действительно, урон с визом повеселее, и можно почаще атаки проводить. Рискует, какие-то. Опять рискует, Данил атакует, принимает весь урон в Dark Devil. Это очень было рискованно, но Данила выжил. Еще один урон по Даниле. Защита земли включается еще. 30 секунд бессмертия. Третий блес. 2 минуты и 30 секунд до конца первой фазы ПВП. Скорее всего, нас ждет свитки урона после 10 минут, чтобы выявить победителя. Ну, слушай, моя ставка пока еще как бы играет. Да, они все пока играют. Правильно сгибридили Виза и тяжело убить его. Ну слушай, тем не менее, там по 30 тысяч урона залетает в соло таргет даже. От Виза это очень хороший урон. Данил подставляется. Укол 23 тысячи. Да, хороший урон был. Очень Лондон был близок. Тут и Dark Baby. Сфера исцеления, Кирилл пошел. Экстрим от Марка. Марк атакует Данилу. Укол. Опять Данила подставляется. Данила переживает эту атаку. Очень вовремя Лонан накинул защиту земли, что смягчил дэмэдж. Dark Baby погибает от дабл крипта. За минуту до окончания этой первой фазы. Так это был соло-килл? Это был соло-килл. Какой вообще неожиданный поворот. Просто вар в соло убивает. Или Марка все-таки протянет 40 секунд. А если Марка протянет 45 секунд, будет ли бой остановлен? Вайс Душнила побеждает. Так называется команда Данилы Лондона. Проходят они в полуфинал. С
чем их и поздравляем. Ну что, моя ставка сыграла? Команда Project против команды Биба Боба. Команда Project представляет гильдия Project. В принципе, ничего не как бы различий ноль. А Биба и Боба все-таки представители двух разных гильдий. Сойдутся против Project'ов, которые, кстати, держат текущий форт. И, к сожалению, следующий они не удержат. Помянем. Сори за спойлер. Ладно, но от них это не зависит. Это просто невозможно. Да, к сожалению, кем вы не были богами, 16 человек не удержат 40 человек. Спустя целую минуту Марку все-таки покинул арену. Будет Рина над чем-нибудь подумать, сделать выводы. Начинается бой. Бафы использованы. Полез котов. Барьер сразу использован. Ну окей, повесили сразу все три яйца и блес. Есть какой-то план. А что же он тогда лайф не юзает? Это в планы не входило. А зачем тогда ему три яйца? Скоро узнаем. Экви накидывает дебаф на Аполло. Прошло сжигание маны. У Аполло больше нету блеса, ему нужно быть осторожным. Пора использовать кожу Аполло. Аполло слишком много урона. Виталий выхиливает Аполло, старается. Виталий, давай. Еще ему, еще хил. У нас Аполло настоящий гладиатор. В ручку еще ни разу не взял. Вы вдвоем встают под... А, там не атакуют пока что. Я специально сейчас держу свой таргет на Аполло, потому что у него нету бафов никаких. Его сейчас могут убить. По нему начинает уже работать. 20 тысяч. Виталия, хиль. Виталия. Не-не-не-не, зачем? Он там с этого склера атаку делал. Ну да. Повезу. Грубейшая ошибка, ребята сразу были за это наказаны. Биба и Боба выигрывают очередных соперников. Пусть чат ничего не написывает, пусть молчит нахуй. Ну, бля, я и так закрыл чат вот этот, поэтому весь чат я закрыть не могу. Поэтому могу сказать только одно, терпите или не терпите. Зайдите в игру и напишите ему лично, чтобы он закрыл свой рот. False 9 против Hell Yeah. Опять же, это дуэт визов, против которого сейчас Darkbaby и Marco отлетели. Кто для тебя более предпочтителен сейчас? Блин, честно говоря, как будто в этом формате намного удобнее в данных реалиях играть с визом. Прям действительно удобнее, ты можешь часто наносить урон, заставлять уходить клера и... Рок не так часто видит для себя какие-то моменты, чтобы напасть. Не так часто. Может быть, время настало сейчас эти моменты найти. Ну, у него были два отличных момента. И в этих обоих моментах, к сожалению, не было крита. Так бы, возможно, бы
Они да, были... всего два момента, понимаешь, всего два момента. Хотя я лично считаю, возможно, мне так кажется, возможно, там все намного сложнее, то эти моменты можно найти намного чаще и намного качественнее проводить эти атаки. Отвечу феймусу из чата. Stoneface в команде с Экви. Экви это, как вам сказать, у него на приватках был ник Веревка. Может, зовут Саня. Если вам что-то это дало, я надеюсь, вы удовлетворены этой информацией. Малыш, сразу два яйца плюс блеск плюс варбафы. Полный комплект на малыше. Что будет малыш предпринимать? Нужно юзать лайф. Нужно юзать лайф и атаковать. Тебя невозможно сейчас убить. Юзать какой-то дебаф, кстати, по-моему... Это страх. Да. Это страх, конечно. Он занимался этим и в первом бою. Я, наверное, все-таки пока малыша вам буду показывать, чтобы не пропустить самое интересное. Все-таки лайф он не рискует использовать, но... Ну, еще ни одного пока виза не видел, чтобы лайф давало. А оно как будто и не нужно. Зачем так рисковать? Марка сейчас хочет атаковать Вара. Ну, не дает ему это сделать. Очень много урона залетает по ему. Малышу нужно срочно откинуть какую-нибудь сферу, какой-нибудь хил. Абсолютно яйцо вешается на виза. Работают под Арбэби. Марка свое дело знает, опять не позволяет им этого сделать, выхиливает Джофула. Марка начинает свою атаку на Вара. У Вара все еще есть кожи. Марка дает укол. 24 тысячи. Отличная атака, отличная попытка. Но не получилось. Но за попытку лайк. Все очень сделал грамотно, не очканул. Знал, что нужно дать венчивание. Работают опять по малышу. Но у малыша уже есть блес. Кстати, это Вар использовал блес, а никто, я даже не обратил внимания, если честно. Снова работает по Dark Baby. СТР уже на нем. Не получается ничего предъявить Dark Baby сейчас. Dark Baby отлично контрит виза. Малыш использует сферу исцеления. Еще одна попытка. Метеор на 26 кусков. Сразу отхил. Блес на малыша. Вар дал блес. Все, теперь я понял. Также команда Dark Baby дает блес. До конца раунда 6 минут 40 секунд. А пошла атака на виза. Да, но... Опрокидывают его. У него на нем доли нет. Он сейчас может умереть, если ему не спасет. Но шквал решает. Доли нету, братан. Надо долю дать. Дай долю. Малыш, скажи ему, дай долю. Малыш, Илюха. Я думаю, пока живет. С блесом, с яйцами. Ну, блин. Блин. Атака по малышу, по Вару. 20 тысяч. Им рискует умереть сейчас, если не будет захил. Малыш. Отлично. Малыш успел и выхилил. Молодец. Но успеет ли понять им, что у малыша нету доли, он сейчас просто погибнет? Он умрет. Есть яйцо, конечно. Режет его рога 31 600. И крит как вовремя
вылетает. Но там даже если было бы вот эти вот 15 тысяч, да, без крита срезанные, думаю, этого бы хватило. Ну, момент нашел, увидел, победил. Еще один укол. Нет, не рискует, кстати, бить уколом. Просто решил подрезать. Ну что, False Nine побеждают. Сохраняют свое шествие по этой сетке. Но больше проигрывать им нельзя. Иначе они покинут этот турнир ни с чем. Да, какая-то такая вот ошибочка произошла, и ребята просто не уследили за бафом. Сразу же были наказаны. Либо Боба Вайзлушнила приглашаются на аренку. Это снова у нас повторение Варклер Дис. Вот на кого ставить даже не знаю. Курочка, выйдите, пожалуйста. Спасибо. Ёбаный в рот. Да, извиняюсь, ребята, я тут написал финал Бо 5, это не так, финал будет Бо 3. Немножечко ошибся, прошу извинения. Вёл вас в заблуждение, блядь. Угу. 10 секунд дается на персональные бафы. Зайца блес. Скидывается кляровский баф. Скидывается доля. Экви не получает долю. Экви. Все, получил. Забагал скилл Экви. Это дисквалификация. Да, действительно забагал. Да, это случайно получилось. Он явно не хотел этого. Так получилось. Данил заканчивается позже. А, наоборот, он такой вязает. Данила, кстати, просуммировал кожи. Он использовал физическое, и когда почувствовал, что уже виз по нему начал работать, использовал магическую. Поэтому магическое будет висеть больше. Лес. Пошли яйца на Экви. Экви юзает Саламандру. Саламандру сразу же сбивается. Землетрясение. 15 тысяч. Какое-то мясо. Кто кого, Стонфейс рискует погибнуть, если сейчас... Ой-ой-ой, тогда действительно в него сейчас урон залетит, какой хороший! И отвеза плюшку сильнейшую поймал, да еще и смельчак.
Ну, это было быстро. Данил Лондон проходит у нас финал. И они как минимум себе обеспечивают уже второе место. И как минимум у них будет две попытки победить. Потому что формат финала Best of 3, как написано сверху. Falls 9 против Project. Ну, я думаю, все-таки команда Dark Baby победит, потому что Apollo и OK. Ну, из того, что мы видели, они не готовы составить им конкуренцию. Вы не готовы. Они просто тестируют, у них свое видение, понимаешь? Эмоции, они хотя бы участвуют, они пытаются как-то для себя найти фан в этом. Наоборот, надо, чтобы ребята тоже старались, приходили, хоть что-то делали. Русик, ну главное это что, участие или победа? В их случае участие. Пола и Ок, это смешно. Но, Иван, блин, они стараются. Они стараются. Кто сейчас только подключился, всем привет. Ебаните, пожалуйста, лайк под трансляцию. Поддержите нашу трансляцию. Вам не сложно, мне приятно. Что, начинается у нас поединок Falls 9 против Project. Бой начался, 10 минут отведено на первый фаз раунда. Пошли блесы, клербафы. Окей, начинает атаку. У Окея нету доли. А Пола сейчас должен этот момент исправить. А Пола исправляет свою ошибку. Я все-таки думаю, что Виталий юзнет лайф. Да с чего будет? Марка уже даже ему не оставляет никаких без уважения, просто напролом его ебашит. Ну без экстрима ведь. А без экстрима там не очень-то серьезно. Увы, ах, но пока не работает виз абсолютно. Вот пошел экстрим в спину у Аполло. Полы кожи и сфера исцеления. По идее, и Dark Baby по нему переключается в этот момент двойная атака на него, да? Но он под кожами действительно. Тут еще и шквал захлебывается. Атака таким образом. Вешается защита земли. Урон физически срезал максимально, как только можно. Ну, хорошо. А разве на Полы не должен быть физмак Клера? Видимо, не следует какому-то своему плану. Да, участники турнира тоже заметили, что с Аполло что-то не так. Аполло может погибнуть прямо сейчас. Аполло погибает. И Окей, вот опять. Она. Окей снова не успевает захилить своего воллера. А че его хилить без физмага?
Да там другие игроки на персах. Ну, блин, кто его знает, ребят? Я не могу такое утверждать. Я думаю, блин, ну, Виталий должен был попробовать в лайфе, но я потом спрошу у него, он не он играл. В лайфе же прикольно, у тебя столько защиты. Если до тебя три яйца, доля, физмаг, доля, дваровский, ну, тебе явно не снесут 12 тысяч. При этом, что ты кого-то толкаешь еще. Ну, понятное дело, ребята, никто рисковать не хочет. Ага. Сейчас будет best of 3. Снова наебали. Best of 3. Снова наебали меня. Это святое дело, наебать Руся. Осуждаю. Утверждаю. Конечно, подожди, что это у нас? Это финал нижний сет. Бой за третье место и выход в финал. Мы уже так далеко продвинулись за это время. Да, сегодня все очень хорошо идет, как по маслу. Всего час, а мы уже на прямом пути к финалу. Даже меньше, чем сейчас. Мы начали позже. Десять секунд. Лайф. Саня пошел в лайф. Отлично. Ой. Мы дождались. Мы дождались игру через лайф. А что, нельзя физмак или все повесить? Повесил. Нужно навесить долю Stoneface 1000. 22 тысячи. Сразу же. Бафы, блесы, все. Он все нам дал надежду хотя бы. Рон. Не, ну, когда ты фулл баф, все-таки заряжаешь это одно. Вот когда во время боя ты юзаешь этот лайф. И тогда начинаешь спилить уже не под блесом, не под кожами, не под яйцами. Честно, для меня, если бы я играл сейчас на визе против Марка и Даркбэйби, я бы не старался юзать дебафы, но это бесполезно. Хороший урон, кстати, залетает даже через блес. Как ты думаешь, если он юзнул один лайф, попытается во время боя юзнуть второй? Марко пошел бить Stoneface. 24 тысячи. 24 700, это опасно. Тут стан и сразу атака на вар. Продолжение. Попытка была, но сбил смельчак. Першквал. Stoneface может быть сейчас в опасности, если рук с рук не уберет. А, он будет в опасности, я думаю, потому что нет сферы. Сейчас эквилибриум даст сферу, дал сферу. Да. Сфера не сбита. Яйца нужны, яйца и лайф. Давай, Саня. Сделай это. Нападают на Stoneface, опять в рук, опять та же самая проблема. Что? Ну, подставились под этот, под землетрясение вдвоем. Вполне себе такая академически ошибочная смерть. Ну, они думали, что они атакуют, а атаковали их. Даже если честно, я, наверное, этот повтор у Stoneface гляну. Мне интересно, сколько хп у Stoneface было в этот момент. Мне кажется, Stoneface уже вот практически умер. По нему очень много урона заходило. Ну что, интрига. Я не ожидал, что так все сейчас обернется для команды False Nine. Биба, Боба 1-0. И им остается взять всего лишь один раунд, чтобы пройти в финал. И взять реванш. Давайте пока чат посмотрим. Я даже скажу, что я могу тебе рассказать, что произошло.
Dark Baby атаковал друг Stoneface, получил с обоих ударов смельчака обратно от Двурука. И залетает землетрясение просто по двоим героям. Именно поэтому Dark Baby упал. Он получил две обратки от одного скилла. Да, он получил, получается, от того и от доли еще. Да, даже просто цифр не было. Он просто желтый урон появился и сдох. Все. Ну, так неожиданно вис в спину. Ёбнул. Мы думали, Рок будет атаковать спину, а тут вис оказался на его месте. Разбойник. Ой, разбойник. Ты в моменте понял, что херню написал? Да, хорошо. Хм, у них, кстати, преимущество. У них уже бафы раскинуты, потому что они арену не покидали. Да, ты прав. Кстати, бой начнется, это автоматизированная штука. О, опа, групповой инвиз. А где они? Экви в лайфе нападает. Отлично. Экви. Ну, хорошая была попытка. Молодцы. Вот это мне нравится. Что-то новое? Конечно. Несмотря на наличие пахобота, ребята все-таки юзнули инвиз. Это было только ради того, чтобы сразу контроль не дали по визу в лайф. Но я думаю, никто бы и не стал этого делать, ведь... Только сейчас блес или это уже второй? Ой-ой-ой, они сбили сейчас блес Экви? По-моему, сбили. Марк уже это... в экстриме. Stoneface в опасности. 20 тысяч. Действительно, мне кажется, это грубая ошибка. И за этот неимение блеса ребята просто отлетят. Сейчас выдаст контроль вар по Экви. Да, и будет двойная атака по Stoneface. Должна быть. Но не тот момент, пока не тот момент. Да плюс барьер есть, конечно. Факт. Нет, вдвоем под один скилл. Классика жанра. Есть контроль по визу, а он в него и тыкает своим двуруком. Нужна спера, иначе плохо все закончится. Сейчас барьер закончится уже. Нет блеса. Отлично. Вот пошли яйца, но вар по-прежнему обезоружен. Просто яйца развязали руки визу. Это что такое? Укус. Сорвали, это Марка, пошел атаковать. Да это будет атака. Экви замечает, это сразу впитывает. Хорошо, не позволяет. Да, так было в яйца в Экви. Видимо, видели, что не было варбаф. Чего? А нет, просто помнят, что Рок пробивает на 31 тысячу критом в яйца. Без, ну, там доли не было. Без доли, да, конечно. Stoneface все так же под голым барьером находится. Да, барьер пока выручает его, можно танковать. Сейчас будет кастоваться блес уже по таймингу, по идее. Марка нападает на Stoneface. Ой, пошла так. Отлично. Stoneface не позволяет убить себя, выигрывает еще несколько минут. Кстати, таймер почему-то пропал, я его не наблюдаю. Очень хорошо, кстати, отконтролил он Марк вовремя, очень вовремя. Потому что Виз его бы не спас никаким образом, не заклеил бы, не подхилил, как насмешка была на нем.
Большой урон по Dark Baby. Большой урон. Лок. Просто долбят его, просто долбят, но есть блеск. Лайф, вот он лайф пошел. Марка хочет в крысу напасть. Нет, не лайф был, ловушку он поставил. Ловушка была? Да-да-да. Марка, экстрим, насмешечка. Стоунфейс. 26 тысяч. Там не получается дать контроль вару по визу. Очень вовремя Экви дал блесс. Это просто было в секунду. Это прям очень-очень... Тайминг все было. Да, тут прям пало. Полового извлечения нет. Марка в атаке. Сейчас очень сильный урон делит между собой команды. А и... сейчас да, действительно большой урон делит. Экви нужно подхилить. Подхиль. Вспомнил Стоунфейс, что есть у него яйца. Еще и блес ебанул. Долю кинуть, блять, пожалуйста, Влад, кинь долю. Долю кинь. Хорошо. За это корни. Экви, кстати, может сейчас попробовать лайф. Естественно, может. Конечно. Я бы так и делал. Но мне кажется, вот Марко стоит, он ждет. Он контролирует ситуацию. Он тоже понимает, хочет. Зануть лайф. Я бы юзал. Я попробую. После какого-то одного стана от его вара, от контроля. Но там и не проходит никакой контроль. Бо он мог спокойно юзануть, и ему не сбили. Закончились яйца. Долбят в кожу вара. Бэби погибает. Не выдержал натиска, да? Ну, не знаю, можно ли говорить в этом случае, что команда так Бэби отправляется на Д аэропорт. Хорошая карта. Марк погибает. И все же у нас сразятся два виза в финале. Все-таки это мета-визов. Да, а я так верил в этого рога. Так хотелось мне на него смотреть. Исполнение. Участники трех разных гильдий встречаются в финале. Да, не хватает прожектов еще.
Ну, скажем так, не только проектов. Ждем откат у команды Пиво Боба. Вот-вот начнется бой. Даются два блеса. Лондон сразу прыгает в атаку. По какой-то причине Стоунфейс сразу потратил яйцо на Эхве. Лондона до сих пор яйца нету. Лондон. Все, в принципе, правильно у команды. Два издушнела. Да, пока обходится барьерчиком. Нормально себя чувствует. Выработана у них стратегия, выработаны тайминги по бафам. Лондон дает. Нет. Только одно яйцо на эк, только магическое. Не заметил, что второе не дал, что ли, вар. Возможно, считает, что вар не проблема. Да, видимо, это ближе к правде. Действительно так. Вот что? Только там нет ни барьера, ничего. Я считаю, что это проблема. Фейс остается без защиты, Танила то же самое. Работает по Стоунфейсу. Стоунфейс опять подставляется до руки, и Дардевил. Ой-ой-ой, 24! Ну, Лондон в клерке. Лондон чувствовал момент и сразу дал. Сразу дал моментальный хил. Лондону ставим лайк, очень прям хорошо все делает. Ну, там все правильно было, да, действительно. Так как атаковал Экви в этот момент их, по-моему, как раз-таки двойным землетрясением. Да-да-да. Лондон чувствует. 26, 9. Ну, неплохая попытка. Экви подхиливает и дает барьер. Пока, безусловно, в некоторой безопасности находится. Кстати, у команды Лондона нету блеса. У них он не откатился или их сбили? Я думаю, он еще не откатился просто. А, скорее всего, они не рискуют вообще оставлять виза без доли какой-либо. Типа, ей и так справиться. Да, да, так и есть. Не хотят просто подкидываться на эту ошибку.
чтобы не было этого окошка для атаки. Яйцо в Экве. Лондон по-прежнему голую долю имеет, даже без барьера. Начинает в него заливать урон, и есть барьер. Уже что-то. Стомфейс магическая кожа. Физическую не подрубает пока. Потому что яйца на Лондона. Возможно, да, буду есть. Возможно, сейчас Лондон... Ой, Данила, возможно, пресс-то нас ждет, когда Лондон под яйцами спрятан. Действительно, похоже. Правда. Сжигай, не бады, да, да, или... Ой, да Лондон, извините. Надо было бы снять его. Пилки, наверное, на чаре нет. Как, надо весь набрать? Не так и страшно это. Данила, да-да-да, все правильно. Все отлично. Кастанул, да, плес свой? Угу. Стонфейс в опасности, Экве, нужно моментально захилить своего захилить. Ой, это дабл землетрясение было так. Что? Блок, блок! Одни... Сколько их будет еще? Ты видел? По-моему, 4. 0 урона, да 4-5 где-то вот так. Такая серия длительная. Друг, только не бери в друг. Сатанка. Все правильно. Экви спасает своего напарника от смерти, уже сказать, хилом. Вот это турнир заблокированный. Лондон дает второй блесс. Барьера эквилибриума. 25 тысяч просто. Без доли, эквилибриум без доли. Все, теперь доли есть. Ну все, блесс есть. Живут, живут. Блесс могли скинуть. По движениям вижу, кто на Лондоне. И кто же? Думаю, это фейл. Хочу никого. Просто за очень знакомые движения. Не знаю, зачем. У него свой чар есть, зачем. Не знаю. Может, человек прийти не. Я чат не читал наш. Визов еще и собственный блес есть, что можно использовать в какой-то момент. А никто не юзает. Это... А потому что визы не умирают. Умирает Лаксита первый. Ну да, действительно, особо и не нужно. Ведь тебе все равно в любой момент придется его скинуть. А он кастуется еще не так уж и быстро. Ведь главное преимущество здесь Виза в том, что он может постоянно наносить хорошие атаки, хороший урон. Очень быстро. Два вар, два вар, смотри! Да-да-да-да-да. Стокфейс без бафов вообще. Ой-ой-ой, под Earthquake подставляется. Это твой Earthquake. Данила умер. Данила умирает. А как это произошло? Я что-то... Я со Smooth Face смотрел. Скорее всего, желтый урон. Скорее всего, желтый урон Виза тоже поприсутствовал здесь. Двадцать тысяч? Данила получает 22 тысячи. 28 тысяч. А дело было в том, что не было ноль подхила. В этот момент Лондон стоял в Саламандре после еще одного скилла Виза.
Антоха, здорово, только что чат глянул, ты написал, здорово. Да, кстати, Иван мне подсказывает, на Лондоне реально играет Epic Fail, поэтому твои четверти не подведут. Знакомые движения, просто говорю. Куда таймер съебался? Ну, будет над чем подумать админу. Будет турнир утром проводить, чтобы таймер не сбивался. По ночам. Чам. Где я все вижу. У нас, кстати, с поля остался один кайфарик и какой-то антинеда. Больше фанов у нас нету на арене. Фанов? Ну, я имею в виду, типа, те, кто любит ПВПшки. Преданные болельщики боевого ремесла. Использует ли Саня лайф? Да, наверное, нет. Не рискует в финале. Не знает, чего ожидать от твоих соперников. Да, а кто первую-то выиграл? У меня память стерлась. А, точно. Там Данила был шокирован без хила. Пока все ровненько, под яичками. Пасха происходит некоторая. Тоже сказать еще. Землетрясение по двоим. Под яйцами блесом там это ничего не было такого серьезного. Чтобы склонить к хилу. Две 800 землетрясения. Пробует Эк и убить Данилу. Данилу не позволяет этого сделать. Лондон подкидывает хил. Эта анимация была похожа на какой-то забав. Трах очередной. Или... На автоатак, на! Барьер имеется. 25 тысяч тем временем урона по Даниле. Далеко находится Лондон. 22 тысячи. Опять в Саламандре находится. Может быть, очередная ошибка от него. Подходит сам Данила. Хочет получить хил. Ему говорит, хуй, иди отсюда, Лондон. Не получает сферу. Сейчас... Вот это опасно. Слишком далеко они стали друг от друга. Есть кожа, есть кожа. Полиспел. У них нету. А он только что групповое кастанул, поэтому как раз таки пришло время ребафа. Вот он. Без него стоит. Нажми холи, брат. Оно же моментально.
А если заметить? А если дать дебаф и на визе прямо сейчас? Уже кровотечка. Но пилка, пилка. У него пилки куплены. Все под контролем. Не может же быть, что Холли сбита. Ну, невозможно. Сейчас даст, правильно? Нету. Или Холли устраивает? Слоумоу. Холли спелла нету. Может, как-то сбил, не знаю. Холли, разве возможно сбить? Анимацию, думаю, нет, но он когда юзал групповое, а следующее действие должно было снять Холли спелл, накинуть новый. В момент снятия... Такой ситуации там... согласен, может быть, но это прямо критическое кровотечение. Бездоля, кровотечение. Есть, конечно, два защитных бафа, есть третий. Нужно убивать Данилу сейчас, у них есть очень хороший шанс. По нему и урон заходит. Будет атака. Ну, Экви не смущает, что у него слоумо, ладно. Занят другим. Голова наполнена. Экви дал блес. Течение. Так это дело пробивается на самом деле. Даже блеск доли. Ну, спустя 2 минуты все-таки Холли появилась. Но сбилась другой Холли Recovery Division. Да, все-таки закончилось. Уже. Лондону та же самая картина сейчас. Но он, видишь, сразу это замечает. Он замечает, но группового по-прежнему нет. Это будет ждать момента. Ну, стандартно. Защита земли практически одновременно использовали две команды. Да-да-да, все верно. Надо производить атаки. Сейчас атака на Стоунфейса. Прокид. Стоунфейс получает сперму, может жить. Надо держать. Стоунфейс голый. Экви, отличный урон по Даниле. Хороший урон по Даниле. Но Лондон выхиливает. Все, если... да, у них контролем. Стоунфейсу нужно было как-то помочь. Ой, большой урон. Он умрет. Он не переживает. Два свободных скилла плюс смельчак в спину. Это все дело не выхиливается параллельно. Тайминги. 7 минут, ну, 6 минут 30 секунд длился. Это второй раунд. Ни один бой еще не длился более 9 минут. Подожди. У нас там Марка стоял, когда на таймере оставалось 40. И все кричали, живи. Разве ты забыл это? Ну, жить не хотел уже. Ну. Тем не менее. Thank you.
Ну что ж, у нас пока ожидания по бафам имеют КД с разных сторон, ребята. Но нужны им скиллы. Да, тем не менее, нужно перевести дыхание, ведь счет у нас 1-1, и сейчас будет решающий бой этого дня. Шампиньона. Десять секунд, let's go. Блес. Начало. Ну чё, будем вообще комментировать это начало? В кожах, во всём. О чем вы поговорите в этот момент, пока урона 0? Пока там желтый урон 8 залетал, по ЭКВ я видел. Я точусь спокойно до плюс 7, а потом на 9 с адвансом. И хорошо мне вообще. Русик, как Барт? Как Барт себя раскрывает на сервере? Твои ощущения? Расскажи, ты уже не первый сезон играешь. 27 тысяч 11. Он фейса промялась, да. Фейс. По стэнфейсу какой урон? Никакой, отталкивает. Есть контроли, есть яйца, все свободно для действия. Обе команды просто пережидают. Ну, возможно, некоторая усталость просто сказывается большого количества боев и немного отвлекается на другие вещи, какой-то фокус уходит. Пилка нажимается. Есть атака по Stoneface очень далеко, без сферы, но есть контроль по Лондону. И достаточно урона. Ошибка от Лондона может быть, потому что теперь Данила без сферы. Есть сфера. Да, это... А главное, поздравляем пару победителей. Хорошая игра. Ну, как мы увидели, что да, действительно, в данной мете сейчас очень сильно зарекомендовал себя Виз в 2 на 2 спустя просто большое количество времени, когда он не котировался на многих серверах.
в нашем пространстве. Вот. И все зависит от него. От его хила, как мы видим, большинство хилов действительно зависит от того, как подхилит этот, как он сыграет. Как бы ошибся Виз, умерли двое. Да? И такая тенденция устоялась, она действительно даже, наверное, более зрелищная, чем какие-то дуал СТР билды. Я все-таки по-прежнему рогов хочу увидеть больше и какое-то там другое исполнение. Возможно, это просто сложно сделать, но мне импонирует и этот билд. Но пока мета такова, она зрелищна. И спасибо всем за участие, все молодцы. Увидимся на следующих турнирах. А по поводу следующих турниров. Следующий турнир у нас будет уже 1-1. Сезон, так сказать, парных турниров у нас заканчивается. И на Moon фазе также больше этих турниров проводиться не будет. Следующие турниры парные будут уже на Sun сезоне. А когда они будут... Черт его знает, когда они будут. Скорее всего, месяц, через полтора. Посмотрим, как игроки ворвутся в сан-сезон. А на следующей неделе ожидается турнир 1-1 в субботу, 16 марта. Будет проведен турнир, насколько я помню, Китай против Китая. А 23 марта будет проведен турнир Евро против Евро. Это будут финальные турниры на фазе Moon вещей. И после финального турнира будет введен сам сезон. И когда будут... Как вам сказать-то? Ну, уже, в принципе, я уже повторяюсь. Вся информация будет в ближайшем будущем. Поэтому спасибо всем, кто смотрел. Спасибо ребятам с Русро, Гармония, там, Славяне. Спасибо ребятам Сейлора, Стефан, Карта, Мариус. Спасибо Вите, что со мной сидел. Разделял со мной участь комментирования. Спасибо всем тем, кто залетал на чатик. Вам тоже спасибо за каждый лайк. Увидимся на новых турнирах.